Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Парадайз Алания. Мистер Агаси вам нашел квартирку 1 плюс 1 в новостройке со всей инфраструктурой за очень хорошую цену в районе Каркаджат. Тут есть крытый бассейн, крытая парковка, открытый бассейн. Там внизу все сейчас увидите. Я покажу квартирку, потом перейду. Покажу вам всю инфраструктуру. Сауна, хамам, там. Проект был только сдан. Где-то 3 или 5 месяцев назад. Состоит она из двух блоков. Вот второй блок. У нас квартира со своим выходом к садику. Вот, находится на цокольном этаже. 1 плюс 1. Дорогие мои зрители и подписчики, друзей много, друзья не буду говорить всем, а там пишут, почему так много друзей. Так, дорогие зрители, цена на этом рынке самая низкая, то что есть, найдете у кого? У мистера Агаси. Цена этой квартиры 100 тысяч евро, никакого торга, новостройка 1 плюс 1, таких цен, наверное, на рынке нету. Как я наблюдаю, реально нету в новостройке со всей инфраструктурой за 100 тысяч евро, 1 плюс 1, пустая только. Расстояние до моря максимум 1089-1090 метров максимум. Здесь также есть крытая парковка, если я сказал, то сказал. Еще много не буду говорить. Здесь у нас инфраструктура, горочка. Большой инфинити бассейн. Вы купаете там и видите море. Вот. Море отсюда видно. В Каркаджаке разрешают строить только 5-этажки. Отсюда также видно крепость Алани. Вот она. Скамеечки. Переходим в квартиру. Балкон можете застеклить. Будет вам дополнительная комната. Заранее еще раз повторяю, никакого торга. Цена напрямую от собственника, познакомлен с собственником, 100 тысяч евро, 1 плюс 1. Жилая вся площадь, я думаю, что здесь 43 квадратных метра. Термопакет, алюминиевые окна. Также у нас здесь, увидели, все есть. Закроем. Роль ставни. Высота потолков 270 сантиметров. Новая квартира ждет своего нового хозяина. Посмотрим, есть ли доводчики. С доводчиками. Отмерю для вас квадратные метры. Так. Прямо от стены тогда до стены. Ну, что-то много. Отмерил. Секунду. Что-то стало со моим лазерным. А, освещение неправильно тут. 18 квадратных метров чистая. То есть площадь с кухней. Без кухни где-то у нас будет 15 квадратных метров. Жилая площадь. Здесь у нас прихожая. Можешь сюда установить шкафчик. Санузел. Проточный водонагреватель Veito Electronic новенькая. Душевая кабина тоже хорошенькая. Квартирка вообще их прелесть. У кого есть собачка там, то котенок может быть. Домашним питомцам вообще шикарно. Выше свой садик. Застеклите балкон, будет еще одна комнатка. Да. Спальня. Отмерим. Думаю, что здесь 9 квадратных метров. Лазер что-то неправильно считать ночью. Зарядка заканчивается.
Да, 9 квадратных метров, дорогие зрители. Давай. 9,5 квадратных метров. Зарядка садится. Устанавливается кровать. Кровать ставится в таком направлении. Или так, как хотите. Сторона здесь. Ага, сейчас точно вам скажу. Юго-западная. Включу компас. Компас. Так, запад. Запад, западная сторона. Там закаты видны, дорогие зрители. Вот там солнце садится, красные облака. Вообще прекрасный вид отсюда. Вид у вас не закроется, так как пятиэтажки, видите, там уже достроили. Все. Ага, покажу дверь. Коридорчик. На этаже несколько квартир. Сразу выходим. Выходом. Здесь есть открытая парковка в этой стороне. Также есть открытая парковка. Вот открытая парковка. Оттуда входите. Угу. Сейчас я пройдусь, закрою, покажу вам всю инфраструктуру. Все, я закрыл двери. Выйдем. Ага. Так, встречаете кого? Меня. Привет. Мачо, шляпа всегда вместе со мной. Просто не каждый раз могу ее одеть. Два раза полиция забирала. Хотели отобрать у меня. Откусил им нос. И не отдал свою шляпу. Так что Мачо в Алании все еще ждет вас. Приходите, звоните, найду на любой вкус портфель. 1+1, 2+1, студия, вилла, милла, вилла, не снимаю, снова раз говорю, потому что вилла вдалеке, виллы мало на продаже. По запросу найду любую виллу, какую хотите. Сейчас мне тапочку ударят, шляпу увидели. Так что смотрим, показываю инфраструктуру. Территория. Спускаемся отсюда вниз, также можно оттуда вниз, с лифтом прямо спуститься на нижний этаж. Блок, вот там инфраструктура, бассейн крытый, генератор есть, есть территория. Это блок. Есть два блока, А блок и Б блок. Сейчас меня кто-то увидит оттуда, скажет, шляпу дай, или шляпу сними. Глаза выколю. Какой шляпу сними? Шапшу по ударю. Давайте отсюда я фон возьму себе. Сердечко. Есть. Сердце так, так. Понятно. Сердечко. О, спускайтесь вниз. Тут фонтанчики. Там зона барбекю. Я вниз спускаться не буду. Спускаетесь вниз. Детская игровая площадка. И все, вот такая территория хорошая, большая. Здесь спуск вниз. Оттуда там магазин. Идете в левую сторону. Там сеть магазинов 101. Пекарня есть и несколько магазинов фруктово-овощных. Так что уже всю инфраструктуру открыли у нас в Кыркыджаке. Infinity бассейн. Также вот так снимем. Есть. Да. Вот бассейн. Красота для пота. Здесь идем дальше. Показываю инфраструктуру. Марабала. Шляпу хотят, не дам. Жарко же всем. Открытая парковка. Я уже не знаю, вы должны уже купить столько труда. Вы представляете, за 100 тысяч евро 1+1. Обставите там на 3000-7 тысяч евро будет конфеткой. И минимум там 2 тысячи можно даже ее обставить. Один кровать, один диван, один табуретка, один стул, раскладушку можно даже поставить. Или купить
пуфик, спать на пуфике, гамак, детская игровая площадка, комнатка, шпитнес. Айдат здесь 700 или 750 лир, это, не знаю, 35-40 евро. Что вы еще хотите? Не открывается. Крытый большой бассейн. Где-то 8 метров на 10 метров. Или 8 наш на 8. Ой, джакузи, макузи. Смотрите до конца ролик. Лайки, подписки, комменты. Байки, лайки, майки. Чего кого нету? Ой, красота. Такой фон тоже возьму. Вот так. А здесь. Е, красиво, да? Я фон беру, не думайте другое. Я фон просто беру, чтобы превью поставить на этот. Так. Так. Хорошо. Красота. Работать все жарко здесь надо. Ох, турецкий хамам. Лампочка. Сауна. Только не сейчас звонки. Так. Я перезвоню попозже. Так. Раздевалки, кажется. Здесь раздевалка. Душевые кабинки. Все. Я вам показал. Дорогие зрители, цену я уже огласил. Все. Звоните плюс 90-555-064-91-10. С вами была Гаси, Мачо и Мистер из района Каркаджак. Города. Город, да? Алания. Всем пока-пока.